их знают даже в Чехии. Воспитанники школы искусств имени Кабалевского покорили международное жюри. Когда приезжаешь из своей страны в чужую, то сразу понимаешь, что все в этой стране неправильное. А самое неправильное из всего – это, конечно, погода. Дома всегда светит солнце, зеленеет трава и поют птицы. Мастерски исполнять произведения любой сложности эти ребята умеют благодаря своему руководителю Марине Леоновой. Ей удается не только обучить своих воспитанников всем тонкостям этого непростого мастерства, но и помочь им поверить в собственный успех и победу. Меня поддерживала Марина Алексеевна всегда, всегда. Вот, ну перед конкурсом мы же были в разных странах уже, и было много впечатлений уже, было не страшно выступать. Результаты совместной работы преподавателя и ее учеников налицо. Пятеро чтецов на международном конкурсе фестиваля искусств «Пражская осень» стали лауреатами первой степени. Собственно, это не единственная награда. Победители из «Орла» в номинации «Сольфеджио» есть и в Олимпиаде искусств стран СНГ. Она прошла в начале ноября в Белгородской области. Мастерство этих музыкантов по достоинству оценили судьи. А вот сами юные дарования отмечают, что взять первые места было непросто. Сложно, да. Все-таки же среди стран СНГ он проходил, вот, и на нем я заняла гран-при. Я приложила максимум усилий, конечно же, все это заслуга Бахаревой Ирины Юрьевны. Как говорит преподаватель, времени на отдых не появилось и после приезда в «Орел». Впереди очередной конкурс. Мы собираемся в Петербург на международный фестиваль. Он будет в марте месяце. Там будет и музыкальная литература, и сольфеджио. Екатерина Соленкова, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной».